Теперь уже вроде как клюет. Вот это уже, блин, вот этот уже клюнул, смотрите. Так, ребят, ну вот, приехал на свое место. Первая потычка тут была. Решил за камерой долго, кстати, смотрел. Но еще в темноте это камера не увидел ни одной рыбы. Долго не клевало ничего. Сейчас вот вроде как подросло. Первая потычка. Я тут лунок набурил. Поменял, короче, ножи, а то все ныл с этими ножами. У меня ж ножам больше сезона. Они хоть и хорошие, там самодельные, из нормальной нержавейки. Но подзатупились. Что, я бывало за сезон 5 тонаровских менял, а тут как бы, блин, полтора, наверное, сезона. Понятно, что им уже, блин. Так что поменял, бурю теперь сколько хочешь, пока спина не начинает болеть. Так, ну пока листик, удочек там загрузил много всяких, собрал там. Вчера еще не разбирал и свои еще все. Была тут потычка, но небольшого какого-то. Но я не стал его долавливать. Так, хочу вначале половить, поискать рыбу, в общем, а потом подрасцветет, как бы, потом уже с камерой будем что-то думать. Ну, надо вначале посмотреть вообще, какой клев и сколько рыбы, что-то как-то пока не очень понятно, сколько тут ее осталось. Возможно, придется поискать. Еще надо смотреть, когда брать будет. Может, вчера под вечер расклевались. Кто их там знает. Ветерок сегодня дует, температура как бы, ну, имеется, ну, мороз там, не знаю, градусов 8, наверное. Ну, может, на озере чуть побольше, но не как вчера. Вчера-то все-таки там днем хороший был. К вечеру вот стих, ветер был, хорошая погода. Клять на первый небольшой. Так, удочек сегодня у меня 5 штук, ну, имеется в виду загруженных 5. Да, по вчерашнему вечеру не скажешь, что такое утро. Ну, понятно, его тут было-то немного, но все равно. Блин, камера, короче, опять, блин, начинает тупить. Уже аккумулятор пришлось вытаскивать. На той же лунке, где была потычка, вернулся. Так, подо льдом он неплохо забрал мальковый. Может, сейчас расклюется, может, странно еще было. Блин, на камеру не хочет. По ходу дела. Только я начинаешь выключишь, только что-то там с ней какой-то этот. Сразу, блин, сразу поклевки лунки идут, блин. До этого как будто рыбы, блин, не было, ёпарсты. Была потычка легенькая.
вот этот замочил, вроде небольшой. Блин, смотрите, берут, короче, за самый край. Как-то вот он, блин, еле-еле, блин. Как молокан, блин. У них такая злая поклевка. Думаю, что там, блин, окунь на килограмм, блин. С такой поклевкой, блин. Килограмм, я шучу, конечно. Ой. Ну, клюют они мощно. Ну, что-то не все. Ну, говорю, да, мало, блин, их, конечно. Это, блин, это, конечно, все-таки не рыба, блин. Вчера вот какие-то были набеги. Сегодня что-то пока какие-то совсем одиночные. Все-таки второся тогда здесь было сколько-то стаек. 5, блин. Почувствовал поклевку, вытащил блесну. Камеру опять не включить. Вернулся, где вот одного поймал. Сюда к таросу. Зажрал, блин. Так, давайте этого выпустим. Дроля. Смотрите, блин, они вот это либо как-то двигаться стали. Посмотрите, и глотают блесны. Либо вот эти откуда-то пришли, блин. Мелкие, конечно, блин. Ну, посмотрите, они глотают. Это вот пай им надо сейчас сюда. Так, надо бы мне, наверное, за самками сходить. Короче, ладно, я за самками. За самками надо, короче, думать что-то и туда. И надо сверлиться просто туда, да и все. Что-то береговые. Главное, такая подготовка. Сколько тут лунок у меня? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, штук 20, 25, наверное, лунок, блин. То есть я к утру с 20 там лунками вышел, блин. То есть не как вчера я приехал там, да, на 3 лунках, на 5 там рыбу поймал. То есть с 20 лунками. И как бы и рыбы-то, смотрите, что там, 5 штук. Это, конечно, какая-то арифметика маленько не того плана. И удочек у меня сегодня 5. И камеру я подводную еще не опускал, если что. Если бы я сейчас еще подводную опускал, так я бы, блин, и эту рыбу не поймал. Потому что она так клюет-то так себе. Вот эти хорошо клюнули, вообще вопросов нет. Это вот это, именно просто они откуда-то прилетели, мальковые прям. Это да, блин. Так, кровь спрятали. Тут уже моя удочка. Имеется в виду старая. Да, этих, короче, не получилось. Пустотелых, короче, хлыстов не найти нормальных. Нету почему-то. Еще бы, да, такой бы пустотелый, чтобы он, блин, реально, блин, чтобы его не пилить. Чтоб он просто был и все, имеется у телескопа, но имеется усиливать его, чтобы не надо было. Было вообще классно. Ух ты, ребят. Смотрите, я и думал, кто-то подталкивал. Ну тоже еле-еле забрал, посмотрите. Короче, гад. Ну вот этот как-то такой. Как-то он не особо так, блин, с желанием взял-то, блин. То есть я его уже выкружил. Блин, может, клев сегодня у нормальной рыбы похуже. День на день не приходится. Может, к вечеру расклюются, кто их знает.
Ребят, ну вот, блин, слил на маленького листика, но вот в этой лунке, где поймал вот этого неплохого, слил, блин. Хороший вроде троник, но маленький. Взять он взял, но как-то взял он, смотрите, этот поменьше. Так, ну давайте отпускать. Второй мелкий, да, у нас. Тот-то был вот покрупнее. Вот этот крючок уже все-таки, блин, все равно маленький. То есть что так-то хотеть, они все равно маленькие, блин. Так, ребят, не знаю, короче, камера опять затупила, что-то исправление файла, но походу не исправил, аккумулятор опять вытаскивал. Короче, доловил я в той лунке на маленький листик, 3 штуки еще. Но пришел в другую, была по ты... На, все, короче, камера продолжай. То есть тоже не панацея, говорю, вот доловил, либо они подошли. А потом как бы и все. Они, конечно, могли, блин, и подойти. А вот в другой лунке как бы 3 раза пинал, блин, правда, что можно в этом маленьком листике пинать, я не знаю. Ну вот, кстати, пинач, вот видели, как тогда в тот раз он мазал-то, блин, то есть он же пролетает. Так вот неизвестно еще кто вот так пинает, то есть это может окунь с разгоном мажет, блин, мальковый. В общем, на маленький клюет, но... Ну, пока не очень понятно, насколько клюет. Ух ты, ребят, вот это окунь. Вот это окунь, не, вот теперь уже вроде как клюет. Вот это уже, блин, вот этот уже клюнул, смотрите. Ну вот, ребят. Этот понятно, кто глотает, тот глотает. Говорю, кто-то там сомневался, говорит, надо на Ильмени испытать. Ну, ребят, как бы если какие-то блесны рулят среди, ну, даже куча окуней там в другом месте. То есть, ну, это ж, блин, тоже рыба. И там рыба не такая простая была, как кажется. Кто-то эту рыбу, ребят, не ловил, если что. Так что, испытывая блесна на активных даже окунях, мы выбираем там, ну, как бы это... Выбираем там, как бы... На что клюет получше, испытываем там новые модели, да, и прочее. Блин, сюда бы уже подводную, друзья бы. Сейчас у меня даже как-то камера умудрилась зарядиться. Короче, включил подводную, один там пару раз подходил небольшой. Решил за торос перейти. Ребят, ловлю на сауку, блин. Ну, камеру подводную включу, естественно, блин. Прикиньте, после большого листика что-то пытались они там поделать, нифига. Закинул сауку, сразу, блин, движение пошло, блин. Короче, масса блесны их точно пугает. Но я всегда знал, что вот эти вот окуни... Видали, какая атака-то, блин? Когда они хотят брать-то, блин, это ж пипец, блин. Глотает, блин, как черти. Ну, ребят, видите, просто выходы пошли, блин. То есть, только что вроде в этих лунках так себе, вот сейчас у них пошло какое-то движение, они стали вон
клевать даже в той же лунке, где как бы, ну, вернее, да, мы здесь, конечно, что-то ловили и до этого, я не спорю. Но потом вот они какой-то момент как кого-то перестали, да, а сейчас вот опять начали. Прикольно, даже вот скот там был, видно, да? Ну, салка-то понятно, салку-то я знаю, что она работает. Ну, вот она потяжелее листика маленького, я имею в виду. Так, ну что, давайте блёсны поиспытываем, что делать-то. Давайте теперь, наверное, с этого СС-ку запустим сюда. На сауку, короче, неплохо. То есть вот сейчас, конечно, последних что-то тут как-то поднасторожили, но, блин, неплохо, неплохо. Мне понравилось.
Да, надо какую-то нам еще лунок где-то найти бы имеется, где они хоть рядышком есть. Но вот за этим, за торосом в теории есть. Только там, наверное, видно плохо. Тут вот посветлее. Короче, не было поклевки, да, смотрел здесь в камеру, тут торос. Только пришел, пару раз махнул, попродел. Ну вот видели, то есть на СС-ку как-то реагировал, но так. Я и говорю, что вот на Ильмине я на нее как-то не особо. Возможно, ее, ну она ложится как бы, но не сыпется уже здесь, это да. Как бы так ложится, вот листик подсыпается, чуть планирует. Вот 35-й, короче, вещь. Я говорю, непростая блесна. То есть он играет нормально. 42-й тоже хорошо играет. Но я так понял, рыба его побаивается здесь. Мелковатые окуни, блин. Крупные, может быть, и нормально. То есть они пока на него, то есть видно, реагируют. Но вот когда начинают двигаться, когда они чувствуют вибрацию от него, короче, они на расстоянии стоят. И как бы не решаются, не подходят. То есть понимаешь, что это уже как бы большая рыбка. Массу чувствует. Я вот, кстати, вот не понимаю, это вот масса блесны вообще? Или это все-таки получается это? Или это получается, но размер блесны? Вот как бы понять, можно же сделать и большую, и легкую. Ну нормально, хоть поснимали там, да, какой-то там момент тоже так неплохо, мне понравилось. Поатаковали. Та вот лунка неплохая, рядом он засунул камеру, вообще ничего. Короче, надо искать лунки нормальные и приходить с камерой. То есть где вот они стоят, они, короче, здесь не везде стоят, они каким-то местам тут. И вот, короче, плохо, что мне на камеру не получается. Когда начинаешь подо льдом играть, может, подо льдом они... И, ну, я потом спускал, когда камеру... Но вот когда я пару раз потыркался там у льда и скинул, блин, они моментом как бы имеются, реагируют на это. Они думают, что малек падает. То есть, блин, вот и ловить их можно тоже бы у льда, блин. Ну, говорю, с камерой так не получится. Тут-то уж я ловлю их подо льдом. До льда довожу, они клюют же. То есть, конечно, да, вот с подводной за счет вот этого, ну, видимо, плохая, да? Вот этот маленький. Его надо выпускать. Видимость плохая. Так, третий мелкий у нас. Ну, короче, 35-й вещь. 35-й, я говорю, надо какой-то делать. 25-й, наверное, 30-й. Надо какую-то форму еще другую, то есть, может, чуть пошире его.
Смотрите, что-то нет рыбы, скоплений нету. Вот та одна из лучших лунок просто, вот и все. Там по другие-то где-то 2-3 там было. А так, ну, по одному и пусто, блин. То там-то мы половили хоть сколько-то и поснимали. Смотрите, тут-то вот пок и все, блин. Я вот там между просверлился. Я вот думаю, блин, может там что-то будет. Потому что мне кажется, откуда-то они подтягиваются. Вот как и там тоже было. То есть они приплывают. То ли они где-то двигаются. Видите, с прозрачности-то не хватает. Всей перспективы не увидеть. Интересно-то, конечно, было вот вдаль бы посмотреть метров на 10, на 15 бы, блин. Где они, что стоят, что делают, блин. А тут-то как бы только реакция на блесну, все. Надо уже, наверное, чайку попить, перерывчик, наверное, сделать, ребят. Камеру позаряжать за пазухой, пусть она погреется, да? Пойду, да, короче, пойду чаю попью, перерыв, в общем, ребят. Так, ребят, ну поел, опустил свою лунку. Ну где и... вчера, где вчера-то ловил, да, где я начинал. Двух поймал, одного небольшого, одного грамм 150. Тащу, короче, камеру. Хочу сразу посмотреть, что тут. Блин, что-то зашумел. Так. Все-таки надо нам снимать, правильно? Идет. Смотрите, а нету рыбки-то. Я-то думал, блин, пришел тут Эльдорадо, блин. Либо я подраспуг... Не, во-во, идет. Ах, ребят, видели? Промазал, блин. Видели, как прилетели так классно, а? Ха. Как они классно прилетели-то. Блин, сорвался, ребята. Посмотрите, блин, вообще, ребят, ловля класс. Блин, о чем сорвался-то? Посмотрите, если он на листик срывается, блин, что ж там это? Блин, что-то испугал. Этот потом убежал. Главное, такие прилетели, блин. Стая такой, а. Перешел, ребят, на свет он. Ну что-то пару окуней поймал на камеру, на подводную. Перешел сюда, вот поближе к свету. Один что-то посмотрел как-то издалека. Вон еще один идет. О. Ух ты, а что-то я их напугал. Смотрите, я хотел просто камеру взять. Что-то они тут на свету боятся. А рыбка есть, кстати. Там у меня уже все. Они как уплыли, так и все. Покрупнее вот что-то испугался. Смотрите. Что-то они вот боятся. Ха. Дергаются тут, но это не похоже, что на блесну. Вот смотрите, плывут. Тут есть окунишки, что-то брать не хотят. Ну такие какие-то, видно, они пассивные. Эти нормальные, это они прям прилетают. Эти еле подплывают. Нет, знаете, в чем дело? Тут, короче, пятно, видите, вот белое. Они боятся, они вот приплывают с темноты, короче. Вот там у меня лунка в темноте.
Они вот тут что-то как-то побаиваются. То ли отблески какие-то, блин. Я камеру-то не дергаю. Блин, я, может, камеру дергаю, ёпарасы-то.
Блин, ребят, пришел в эту лунку с маленьким листиком и подводную не включил, и эту, и короче, этот маленький листик сразу мелкий подошел, но этот не попался, не заглотил он почему-то. Но имею, заглотил как бы, ну сорвался, то есть проточил я его. То есть непонятно, то ли первая реакция у него такая получилась. Окуни так и есть, блин. Ну, мелкие. Один вроде там побольше проплывал. Ну, то есть сразу он подошел так, на первом сбросе тык. Взял ее. И все, больше, блин, никто не решается что-то пока. Ну, тут окунишки есть. В моей лунке там не было никого. Ух! Смотрите, напугался. Блин, кто-то что-то боится. Может, голоса моего боятся? Посмотрите, они прям носятся, блин. Что-то они боятся, блин. Но они вообще, вот посмотрите, в этом пятне они, короче, какие-то такие, имеется в виду, побаиваются, блин. Надо бы, может, в белом месте просверлиться, где снег. Либо надо вот как-то на краю. Тут зато они видят хорошо. Вон, окунишка есть там, с краешку. Рыба-то тут есть, блин. Клёвы включили, как вчера. Еще то время не настало. Но я думаю, возможно... Ну, вчера, возможно, целый день лучше клевало. Возможно, я попал просто тоже под клёв. Я после 3 сюда приехал. Ну, нет, я не знаю точно во сколько. Сразу окунь, ребята. Вон он плавает. Да, посмотрите, к светлым пятнам рыба как-то. Такой, кстати, неплохой кушок-то. Вот они держатся, светлых пятен. Насчет того, что вот здесь клюют, я не вижу вообще. Так, ну пришел окуня, видел. Окуня видел, лунку посмотрел, хоть имеется до лед. Прозрачный лед здесь. Так, надо вначале. Ох, ребят, слышат они, слышат. Смотрите, встал, смотрит на лежачую блесну. И испугался. Да, классно.
Так, ребят, пришел один, тут взял на старой лунке. Он мелкий, давайте его отпустим. Да, но Шума вот он чуть-чуть побаивается тут. Что-то чего-нибудь вот именно над лункой. То есть вот на собаку присел, чувствуется, он дернулся, я прям увидел. То есть надо, да, вот так вот как-то осторожно он побаивается. Так, друзья, ну все, денек подошел к концу. Да, такого эльдорадо, как думалось, не получилось. То есть окунь уже такой сегодня совсем привередливый, такого клёва, как вчера, нет. Ну, благодаря там как бы нескольким луночкам удалось, в принципе, половить и поснимать, да, на подводную камеру. И окунь там, скорее всего, тут где-то рядом и остался, но дело в том, что да, он толком не клюет. Вроде какие-то такие более-менее активные есть, но все равно не то. Ну, в общем, ничего страшного. Может, конечно, надо было сегодня вечерком за судаком, может, там судак клевать начал. В общем, я так часто, в принципе, бывало, что когда-то вот, ну, я имею в виду про вчера, да, что ловишь-ловишь, куда-то сунешься и, блин, поймаешь рыбы. То есть здесь как бы сегодня вот вроде как и приехали с утра, да, вечернего клёва такого вообще как бы нету, как вчера, и, ну, грубо говоря, и день он клевал так себе. Ну, в любом случае, там, на шарёху нормально поймали, там, сколько-то там мелкоты, естественно. Крупный, можно сказать, там один такой. Ну, не то, что крупный, но хороший такой, грамм 350. Ну, в общем, все. Листики ловят. Оба листика. В пае не удалось обрывить по такому клеву, соответственно. Понятно, что куда тут. В общем, что есть, то есть. Ну, все, ребят, буду собираться, да, наверное, выдвигаться домой. Все, ребят, всем пока.